Друзья, всем привет! Разработчики PlayerUnknown's Battleground нам сообщили в новостях Steam о том, что стал доступен в Amazon Prime новый пак. Для тех, кто не в курсе, расскажу подробнее. В прошлом году нам была доступна возможность при подписке Prime на Amazon забирать G-коинты, скины, купоны контрабанды, кейсы, а точнее сундуки. Причем все это можно было забрать, ну, за сущие копейки. В игре это стоит намного дороже. В феврале и в марте 2023 года у нас отсутствовала возможность забрать какой-то бонус за Amazon Prime, но сейчас она вернулась. Для России Amazon Prime, конечно, недоступен, но мы можем всегда воспользоваться VPN. Но для того, чтобы залутать данную халяву, нам нужен только аккаунт, за которым мы отправимся на биржу FunPay. Стоил данный аккаунт в Amazon Prime всего лишь 22 рубля. По сути, после того, как вы приобретаете Amazon Prime, вам дается логин и пароль для входа. Далее, для того, чтобы войти в Amazon Prime, нам нужен будет VPN. Так как на территории России данная вся движуха не поддерживается. Бесплатный VPN, если вы захотите, я думаю, найдете. В этот раз я вам советовать не буду. Продавец нам дал логин и пароль для входа в Amazon Prime. И осталось его только ввести. В Amazon Prime много халявы для разных игр. Но мы сейчас говорим о PUBG. После того, как вы зашли в Amazon Prime, вам будет необходимо зайти и привязать учетную запись от Amazon Prime на сайте Krafton. Ссылку на продавца, у которого я купил аккаунт, оставлю в описании. Также оставлю ссылку Amazon Prime, ну и ссылку на сам Krafton оставлю также в комментарии. Под своим логином и паролем зашли на Amazon Prime, заходим под своим логином и паролем на сайт Krafton. На сайте Krafton ваш аккаунт в Steam или Epic Game должен быть привязан. Если вы этого не сделали, просто нажмите на кнопку «Привязать», иначе фокус не получится. Ну а так как мы на сайте Amazon уже зарегистрировались, нужно будет просто нажать кнопку «Привязать». Заходим в игру, и нас ожидает уже там кейс. В кейсе будет у нас G-шки. G-шки тут падают от 300. Также у нас есть сундук охотника, ключи к нему, ну и купоны контрабанды. Все это удовольствие мне обошлось примерно 22 рубля. Думаю, за такую цену оно того стоит. Ну а в кейсе я забрал 500 G-коинтов. Если данное видео было полезным, обязательно поставь лайк, напиши какой-нибудь комментарий, ну и оформи подписку на канал. Ну а я на этом буду с вами прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.